Ай, ставлю 20 баксов, что он глотнет. 20 идет? Ага. Вот именно из-за подобных ответов никто не хочет быть в одной смене с тобой. Понял? Дело в подходе. Безразличном. Майни, мы с вами. Всем привет. И сегодня у нас реакция на видео с канала CyberKid Studio. Это будет перевод мультфильма, который называется Catching Up. Я не знаю, что за мультик, но мне заинтересовала превьюшка, да и в общем, как бы, давайте посмотрим, что делают там. Как бы, хайповые мультики-то мы знаем, может быть, что-то тоже интересное. Погнали. Опа, привет, я тут подъехал к вам, чтобы сказать, что у меня вышла игра в Steam, ребята. Если вы хотели как-то меня поддержать или попробовать мою игру, просто, может, она вам даже понравится, я был поэтому очень рад. Вы можете перейти по ссылке в описании и ее купить. На самом деле, это будет сейчас лучшая поддержка меня. Для меня это очень важно, правда, это прям... новая ветка моей жизни, поэтому если вы правда хотите меня поддержать, приходите в Steam, покупайте игру, играйте ее, оставляйте отзывы. Вот. А так продолжаем смотреть видос. Catching up. Там будет это с фурями. Ладно, с животными. Сейчас сразу фури-то. А Том и Джерри, ты тоже в фуре или нет? Блин. Возможно. Catching up. Эй, помнишь, мы встречаемся после школы сегодня? Ему какая-то по барабану. Увидимся после школы. Мне нравится стилистика, мне нравится рисовка, опять же, это ульта. В ней свой кайф. Смотрел бы ты под ноги, придурок. Привет, Клей. Эй, не забудь про вечер. Ну, знаешь, дело. Он не очень доволен своей жизнью, есть ощущение. Пойдет. Ты еще не собрался? Куда? В клуб? Я же всю неделю тебе о нем говорил. Ты обязан со мной пойти. О, клуб. Да. Забавно, знаешь, не обязан. Да ну, Клей! Это даже не клуб, это сходка малолеток в Доме культуры. Я тренировался завязывать разговор вообще-то. Слушай, Роб, я не пойду. Нет, пойдешь. Да почему я должен идти из-за него? Он идиот. Ему нравится все подряд. Выйди уже из дома, заведи друзей. Давай. Да я никого там даже не знаю. Значит, пора узнать. Серьезно? Так что ты идешь, Клей. Это такой... Нет, мам. Оптимист. Нет, ладно. Короче, встретились как-то оптимист и пессимист, пессимист, да? Вот это получается. Сними это. Даже солнечные очки? Оставь. Есть. Catching up. Club. Клубинг. Повеселись там, Робби, и не склей там слишком много девчонок. Батя навалил кринжи. Я прослежу за ним. Ладно. Ты понравился. Да, очень. Не, клуб невероятный. Школьный автобус? Я вынужден... Вас школа будет вести. Эти рожи 5 дней в неделю. Этого не хватит. Как мне кажется, я не видел тебя где-либо еще, кроме дома и школы. Я старался. Но так нельзя жить. В конце концов, тебе нужно выйти и чем-то заняться. Волшебно. Вместо поездки до клуба на машине, мы заплатили однокласснику 20 баксов, чтобы ехать на старом автобусе. Знаешь, хватит с меня, я ухожу. Нет, ну-ка, стой. Но это же опыт, чувак. Надеюсь,
просто смирись с этим. 20. Что сюда с долларом? Приветствую вас. Позвольте забронировать место, уважаемый. 30. Что? Но остальные дали 20. Нет. Оу. Что-то не очень любит мышу. Я еще колы хотел купить. Ах, я займу тебе. Но как я буду угощать дам? Да, да. Это так круто выглядит, Клей. Ну, я и говорю. Я дал этому Мелвину свой значок и не получил его обратно. А теперь это? Ты просто отдал. Что, прости? Ты легкая мишень, чувак. Ты всегда что-то предлагаешь в надежде на дружбу. А что в этом плохого? Это называется хороший человек. Приветик. Мы хотим перейти. Но, к сожалению, не все ценят это. И многие этим пользуются. Многие принимают доброту за слабость. Вот так мы живем. Тут конец автобуса, не знаем, куда деть куртки. Может, вы их подержите? Не проблема. Дамы. Спасибочки. Вот я о чем. Не завидуй тому, что я склеил двух с**ек за раз. Ага, Что? Не очень по-доброму. Да, парад неловкости. Я понимаю, Вов должен тоже дома был лучше посидеть, чем эти клубы. Есть же много других интересных мест. Какие клубы, блин? Надо будет карман проверить. А у меня нет карманов. Вон твои с... Он, наверное, просто разогревает их для меня. Потому что забыли свои куртки. Они в надежных руках. Я даже отдаленно не помню, чтобы ты к девушкам питал интерес. Мы в клубе, Клей. Здесь только так. Эти куртки – наш билет на отличный вечер. На, а можно и оставить их здесь. Чё? И кем я буду, хотя бы не вернув их законным владельцам? Поверь мне, Клей, больше всего дамы любят именно джентльменов. Конечно. Да, особенно в клубах, конечно. Как тебе план? А, сейчас, мне и так придется до утра стоять на морозе, чтобы в духоте не сдохнуть. Вытаскивать руки из карманов я и не подумаю. Да ладно, а как же твой опыт? И как ты заведешь знакомство и разнообразишь жизнь? Ха, если новые знакомые такие же классные, как те, с которыми мы ехали, то дело дрянь. Без кроссовок они портят пол. Но они ведь совсем новые. Я сказал, без кроссовок. Все, представь молодому, вот так вот. Клуб не попадет, домой тоже. Они без кроссовок, пропускай. Что-то это. Проходите. Фу. Что ж, и где же мы начнем? Следующая песня для реальной грустни. А сами на каблах, женщины. В смысле, кроссовки меньше пол, чем каблы, чёрт. Соник. И что нам здесь делать? Эй, может пойдем и найдем наших прекрасных дам? Они наверняка ищут нас. А по возвращению им курток они вообще-то могут... Ну ты знаешь. Ну, людей. У меня тоже. Надеялся на твои. Ладно, пока ты занят, я бы лучше поискал спокойное, тихое место, где я сяду, расслаблюсь и... Ясно.
Ну ему-то проще. Пойдет, почилит. Вот зачем человеку клуб? Он по кайфу ловит. $5, ага. Целом, пока я ношу их весь вечер. Почему у тебя в руках моя куртка? Вы ошиблись. Это куртка будущей девушки моего приятеля. Дай сюда. А, это не моя. Чучело. Блин, какое позитивное место. Блин, я люблю клубы. Клубы класс. О, попил. Честно, я тоже, я так я не понимаю клубы, ну хоть и бейте, я не понимаю, как вот сбойщик рандомных людей просто стоят, музыка орёт, не поговорить нормально. Мне, честно говоря, не сильно это понятная тема. Не, я не понимаю, пообщаться с новыми людьми, типа, с незнакомыми для меня и познакомиться, это прикольно. Ну под музыку, ну всё орёт, нихрена, кричать надо, блин, на радио-то, чтобы слышать друг друга. Приветик. Сказал привет. Я не слышу. Я... Чё сказал? Привет. Чё? Я сказал вот. Приветик. Ну чисто дикий кайф. Эй, чувак. Я видел, ты общался с девчонкой. Моей, кстати. Неважно. Я хотел узнать, может, ты видел, где она, или она что-нибудь говорила тебе? С тебя течет, чел. Да, папа говорит, что по мне много кто течет. В любом случае, дай мне знать, если увидишь двух этих девчонок. Что у тебя за прикид? О, ты про это? Вообще-то, это твои девчонки. Выглядишь тупо. Ладно, но я... Как выгляжу? Кайф. Что ж, свидимся, вешалка. Лаунж, о! О, Люлы, тише. Ну, что-то неплохо. Могу я оставить вещи на пару часов? Мне нужно найти друга. Ага, с вас 30 баксов. Слушай, что за цены в этом мультфильме? 20 баксов проезд, 30 баксов, чтобы вещи оставить? Это вообще должно быть бесплатно. Какие 30 баксов? Чтобы оставить их здесь, мне нужно заплатить? То есть мне нужно заплатить, чтобы сюда добраться? Заплатить, чтобы попасть в эту плотную дыру, после которой будет болеть голова? И я еще должен таскать эти куртки, которые, к слову, даже не мои! Всю ночь, чтобы сейчас еще заплатить эти поганые 30 баксов? Нагорело. Да? Прокляты. Я думаю, она тоже не очень рада, что тут находится. На самом деле, судя по виду. Негде. Все равно лучше, чем стоять. Боже, ну мне надо. Если она заняла место другу или хочет побыть одна. Черт, она видит, что я несусь прямо в ее сторону. Хорош, Глэй, совсем не похож на психопата. Все равно уже здесь надо извлечь максимум.
И что завело сюда? Альфа. Я иду своей воле. Мама заставила. То есть, вот стерва, согласись. Пожалуй, я пойду. Удачи. Так что и спорить моментально. Уверен, у нее тоже математика. Алло, у нее тоже математика. Эй, чувак, ты чуть на мою девушку не наступил. Ага. Это как получилось? Йоу, че ты сейчас пи***? Прости, осторожней. Смотри, куда прет. Фу, толкучку тоже не люблю. Эй, ну-ка, присядь сюда, я тебе покажу кое-что. Слушай, я вообще не хочу здесь быть, и мне не интересно, что у тебя там. Это ночь сплошная ошибка. Где мой дом? Не выйду. Эй, старик, костынь, я всего лишь хотел тебе помочь. Напряжение снять. Газировка? Да, скажем так. Боже, сюда с этим вообще можно? Да они не в курсе, забей. Эй, ставлю 20 баксов, что он глотнет. 20, идет? Ага. Вот именно из-за подобных ответов никто не хочет быть в одной смене с тобой. Понял? Дело в подходе. Безразличном. Малыш, ты потерялся? Ну типа. А с кепкой твоей что, уродец? Ага, я понял. Клей? А с тобой-то что? Тебе будто нравится здесь. Да у меня все просто отлично. Он все нашел, нашел. Осуждаю, это плохо. Мы это как-то не поддерживаем. В глаза смотреть. Ты бухой? Да ну, совсем немножечко, чтобы снять напряжение. Всю бутылку всосал. Ты сам ее дал. А, блин. Давай-ка мы пойдем домой. Что? Мне только здесь начинает нравиться. Да, место, конечно, великолепное. Не тебя я планировал вести сегодня под ручку, знаешь ли. Зачем ты все еще таскаешь их вещи? Они тебя просто используют. Откуда тебе знать? Мы просто еще не приклеились толком. Но я их теперь больше не увижу, потому что буду смотреть за тобой. А вот и они. Вот, заразы. Гляньте, кто здесь. Давай, поговори с ними. Ага. Эй, дамы! Вы помните меня? Вы больше не будете мерзнуть. Как мышь слова, я носил с собой ваши куртки всю ночь. Не стоит благодарности. Чё? О, да, знаешь, мы собираемся в другой клуб. Если сможешь подержать их часик-другой, то будет отпад. Да-да, полный отпад. Я бы с удовольствием... Это у него сгорит сейчас. Присоединился, но мне нужно другу помочь. Похоже, что кто-то не умеет пить. Да нет, если бы ты просто подержал их подольше, был бы отпад. Да, полный отпад. Я тут подумала, ты будешь ходить везде с нами. И носить наши куртки с собой. Боже мой. Прямо как личный дворецкий. Он больше на вешалку похож. Что думаешь? Класс, класс, круто. Будешь где? Вешалкой? Так, стой. Сейчас. Руку. Тяни. Глянь, Клэр, он прямо как слуга. Господи, это очаровательно. Мне сейчас сгорит. Заберите ваши куртки и оставьте парня в покое. Ха, ты не можешь с ней так говорить. Говорить буду, как захочу. Мы разойдемся, когда вы заберете свои гребаные куртки. Ты меня вообще не знаешь. Не знаешь, откуда я. На поезде залежи, на плечонки. Ты можешь что-нибудь так со мной? Этим... Господи Иисусе, закройте чертовы рты и забудьте об этих долбанных куртках. Какого хрена? Вообще неплохо.
На! Не дешевые вообще-то. Да ну! Вот так вот все вместе. Это было клево. Ага. Эй, Клей, прости за паршивый вечер. Я все равно ценю твои попытки вытащить меня из дома. Я действительно развлекся. Честно? Ну, сначала было реально паршиво, но позже я попривык и разогрелся. Ты дал понять, что мне нужно. Перестать давать людям вытирать ноги об себя. Ты о чем вообще? Ты уже? О, да! А я не думал, что ты пьющий. Маме, не слово. Это да. Но тебе помогло, похоже. Думаю, да. Не, не надо. Не надо. Отдумайся, не надо. Вот, вот именно, гадость. Вот именно, гадость, гадость. Пить такое не надо. А ты что думал? Не, идея забавная. Видно, что еще сыровато все это и немножко такое сумбурно, но прикольно. Мне нравится визуальный стиль, он довольно неплохой. Посмотрим, что будет дальше, выйдет это когда-то или является это опять же сериалом, который просуществует в виде первой серии. На этом все. Поэтому посмотрим. Как бы, как минимум, мы оценили, мы посмотрели. Я мультики люблю посмотреть, мы посмотрели. Мне, в принципе, понравилось, не скажу, что прям плохо. Местами душновато, но, в общем, неплохо, неплохо. Ребята, ссылочка на оригинал в описании, приходите, подписывайтесь. Также подписывайтесь на мой канал, мне было очень приятно. Всем счастья, здоровья, дальше всего придачу. Пока.